Пока они с нами, будем наслаждаться. Любим. Раз в году этот аромат как будто просится в дома. Попросила аромат, привезли с собой домой. Откуда привезли? Отличники знают, не отличники двойкой получают. Сегодня у нас ранний день был. Рано проснулись, по делам уже ушли, вернулись. Сейчас вернулись голодные. Быстро ланч сделаем. Быстро кофе. Я бы кофе выпила, потом ланч сделала. Но лучше, если здраво подумать, лучше ланч, потом кофе. Первым делом самолеты, девочки потом. А, ланч сделаем. И взяли и опять запланировали поездку в Костко. Спрашивайте, почему, почему? Отвечу. Пошли. Сегодня ваша садовод Игинея Жойковна решила, что хочет посадить две пальмы. Есть такой сорт пальмы, который не так разносится. И вчера видели, в Костко вам не показали или показали, не помню. Ну, два таких горшка у меня есть, похожие, пока держатся. В горшках такие пальмы посажу. Тот горшок, помните, дерево было в нем долгое время. Туда уже посадила, это куст или дерево, не знаю, как называется. Оно здесь росло. Ну, смотрите, красиво получилось. Так что будем пальмы искать или уже нашли, наверное. Красиво. Тебе понравилось? Я сегодня рано утром садовничала. Очень понравилось. Он так любит. Все. Это здесь пока пусть побудет. Поднимаемся в огород. Поместили. Оба поместили. Думала, один еле поместится. Хотели как бы... Ну, хотела еще один купить, рассказывала. Ну, оба хорошо поместились. Так что здесь у нас будет огород. Будем выращивать капусту, морковку, свеклу, картошку, чтобы сварить настоящий борщ. Хочешь еще два купить? Ну, зачем? Чет, здесь вообще пройти невозможно будет. Маленькая аллея будет. О, аллея прохода или огород? Че, что я буду столько сажать? Я просто за pleasure, просто радуюсь, сажаю, что вырастет, что не вырастет. А то все равно идем покупаем. Это хватит, нет. Так что здесь уже все готово. Грунта нету. Так что. Сегодня что говорю, после каждого слова говорю так что. Так что едем покупать грунт. Грунт, пальмы. И что-то в этом роде. Посмотрим, что найдем. И смотрите, мой кейл выздоровел. Видите? Посыпала уксусной водой. Потом сверху посыпала еще золой. И все убежали. Ой, сюда посадила томаты. Видите, эти уже готовы. Может, близко посадила, но уже поздно. В этом огородчике только лук, чеснок, томат и базилик. Базилик тоже что-то начал покушивать. Взяла и золой обсыпала. Да. Так что. Что со мной, не знаю. Спускаемся все вместе. Ой, подождите, что покажут. Так обрадовалась. Клубника, знаете, да, клубнику постаралась спасти. Этот куст спасается, очень даже хорошо растет. Прогрызли корни, знаете кто? А этот никак в себя не придет. Ну, думаю, вырастет. Нет, уже поздно. Что хочу показать?
Кстати, эти зерна, корм для птичек, попали в горшок с землей и проросли. Интересно. А здесь, смотрите, гранат. Это одна подписчица подарила такую маленькую веточку. Сколько лет назад? 4-3 года назад. Посадили, даже не думала, что так быстро приживется. Это наи. Назе. Давай, если чарка. Энтарь грань чаджу. Помогранат. Помогранат. Гранат. Да, очень обрадовалась за это. Сюда хризантемы посадила. Помните, временами дети покупают хризантемы, в кувшин кладу, в этот кувшин здесь. Потом взяла и сюда посадила оба. Цветы тоже хорошо, они тебе глазки. А, смотри, какие хорошие, так прижились красиво. Им очень нравится эта часть. Хорошо растут здесь. Да, ничего нового нету. Там тоже томат посадила. Подождите. Видите, тоже cherry tomatoes. Так хорошо начал расти. Я почти все удалила и очень глубоко посадила. Он уже вырос. Это не знаем, что Люсин дала семена и сказала, ты сажай. Девочка моя, она любит сажать. И напиши, куда что сажаешь. Забыла написать, что это. Или тыква, или арбуз. А там бюст, если спрашиваете. Бюст у нас живет давным-давно, если спрашиваете. Майку забыли одеть, то есть майку удалила. Совсем обесцветился, решила удалить майку. Из давних времен у нас в интернете магазины были. Ну, разные маечки, шарфики, разные вещи покупали. Это наша модель. Люсин маленькая была. Я ее кормила. Когда эту бюст без майки оставляла, она думала, что может молочко покушать. У меня фотография есть, я ей должна показать, напомнить. Давай, горшок, можешь удалить? Мам, я там стою с соседями разговариваю. Почему забыли, что они там стоят разговаривать? Давно не разговаривали так. Просто играют вместе, потом выходят во дворе, разговаривают. А, такие дела. Еще хочу этот нектарин оттуда удалить, сюда посадить. Но про это в следующий раз. Да, это был рассказ про бюст, если вам это интересовало. Все хорошо прижилось. Здесь у нас зеленый домик. Зеленый домик. Посадили семена и закрыли. О, огурцы уже вышли. Брокколи. Эти не знаю, наверное, написала. Нет, не написала. О, написала силантро. Кинза, петрушка. Все, больше ничего. Это не знаю, что посадили. Семена были, так и не узнала, чьи семена. Но посадили. Это скваш. Окей, здесь написано. Закрываем чуточку. И двигаемся к еде. Вчера был рыбий ужин, сегодня рыбий ланч. Это сюда. Еще плявок есть у нас. Плявок для Люсин. Что еще? Арам. Тарелки, вилки. Хлеба нету. То есть в морозильнике есть. Завтра пеку, завтра в гости идем к нашим друзьям. Помните, наверное, однажды у них были наш друг Гарик, который построил веранду, там белую беседку.
У него бизнес такой, рассказывала. В общем, к ним в гости едем. Завтра утром хлеб пеку, днем нас дома уже нету. Но на завтра что-то еще было, у Бека практис, хоккей. Во сколько едем? Успеем. Успеем, окей. Успеем. А когда соватесь? Значит, наш кофе готов. Заплатила за дом. За дом. Каждый месяц платим. Цена тоже наверх пошла на дом. 2200 с чем-то платили. Сейчас 2550 с чем-то платим. Должна позвонить, узнать, к чему бы это. Наверное, по нынешним меркам бензин подорожал, цена за дом, поняли. Ну, держимся. Это сюда лимонная вода. Ты зачем с глазом пенку сделала? Не знаешь, что глаз нельзя в пенку. Это сюда. Ром, сладкое хочешь? Скажи мне, это ли? Я очень хочу. Это ты ешь, значит. Друзья, товарищи, ждите, никуда не уходите. Юлит это видео выставила, в себе сходила, помните, ее в грабеже обвиняли. Выставила видео, еще и письмо написала им, в общем. И сказала, что я еще и видео поставила. Но я про что? Позавчера. Когда вернулись из Коско? Позавчера? Шопинг? Да. Позавчера. Нет. Два дня назад. Или позавчера. Или я путаю. Или вчера что? А, тоже не помню. Так не проходит. Anyway, целая баночка. Очень вкусная штука. Перевожу. Я не ела. Я ела, наверное, 3-4-5 максимум. Детям спрашивают. И они темный шоколад не любят, тем более с такими кокосовыми хлопьями жареными. Кашу вообще не кушают. Лилит и Люсит кушают кашу. Ну, кто это может так нежно, тихо, незаметно? Дочка говорит, я несколько съела, очень вкусно, старше. Младше не понравилось, что-то там не понравилось. Я не ела. А этот, знаю, что тоже сладкое старается, как ваша покорная несладкоежка. Кто еще остается? Арнак вообще, ему все равно, такие вещи он не любит. Сегодня только что выяснили, что это наш уважаемый держится далеко от сладкого. Это называется держимся вместе. Ну, хватит с меня. Ты не держался. Я как ты. Хочешь? Нет, не хочешь? Ой, фанатки как расплакались. Кричат. Дайте ему хотя бы 5. Один даю. Плачьте дальше. Наверное, эти кала тоже посажу в переднем дворике, ну, в заднем дворике. Ну, хорошо остаются. В прошлом году тоже купила, почти 2 месяца вот так в вазе постояли. Помните? Потом посадила где-то здесь. Ну,
уже следа не осталось от Калы. Но мы в прошлом году ведь деревья еще не срубили, пока я посадила. Что-то в этом роде помню. Сколько изменений Арам сделали за прошлый год. Обновили, почистили. Так приятно сейчас в заднем дворике сидеть. Просто сидеть, ничего не делать. Смотришь, кругом красота. Но здесь еще не завершили. Здесь завершу. Там еще жду, пока лютики от нас уйдут. Что-нибудь другое тоже посажу. Хотя писали, можете обрезать, хорошенько прокормить. Сделаю, обрежу, хорошенько прокормлю. Тонну корма купила из Коско. Если не захотят цвести, придется... То есть удалю задний дворик, где-нибудь посажу, вырастет, вырастет. Нет, нет. Еще ландыши хочу купить. Наверное, список... Список писать не буду. Не надо список. Мои покупки доставили. Пойду открою, уже несколько дней времени не хватает, чтобы открыть. Но я вместе с вами открываю все, что нужно открыть вместе с вами. В этот раз наш шопинг Коско. Почти 2-3 часа шопились. Что было с нами? Давно не были в Коско. По всем рядам так с наслаждением шагали, ходили, поэтому решили два видео сделать, ну, чтобы почти 2 часа не смотрели люди. Ну, некоторые писали, как неожиданно закончилось, как неожиданно закончилось. У вас тоже так неожиданно. Ну, уже говорю, они не привыкли, что мы прерываем что-то на полпути, особенно шопинг. Как можно так поступить с друзьями? Пошли шопиться, и вроде бы ты их оставила, сама ушла куда-то. Не может быть такого. Угу. Какой хороший кофе поставил, особенно с этим не очень сладким. Хочешь еще? Не дам. Проказник какой, все съел. Можно такое? Не сегодня куплю еще. Придется. Выбора нету. Сегодня много планируем. Нужно успеть. Ворона напоминает. Уже забыла, что купила. Помню, что что-то для макарон взяла. Краситель. Что-то еще. Остальное. А, очнулся. Гипс, не помню. Это давно заказала. Как называть? Пилка? Пилка? Для ногтей. В этой Америке, наверное, рассказывала про эту Америку, что этих, ну, этот инструмент как будто нормального невозможно найти. Вы уже привыкли, так, к самолетам? Пожалуйста, привыкайте, мы здесь еще будем жить. Не знаем сколько, но у них такие с... Как называется материал? Не знаю, но быстро снашивается, или мягко, или слишком твердое. В общем, что-то ужасное. Я люблю старинные, такие классические. Но не знаю, какой этот по качеству. Но эти самые хорошие, металлические, с таким. И у многих нету этого кончика, то есть... Другой инструмент для очистки. Anyway. Но это все в одном. Маленький. Место не занимает. У них такие вот такие толстые, большие. Да, купила. Что этот хочет? Хорошо, что не над нашим домом. Но этот ворона, когда каркает, нужно ей ласковые слова говорить.
Ну, не над нами каркает, чтобы ласковые слова говорила. О, вспомнила. Raspberry экстракт. Вкус малины. Очень люблю вкус малины. И чтобы приготовить, скажем, быстрый крем со вкусом малины, но можно с натуральной малиной приготовить этот вкус, но если хотите по-быстрому, покупаете такую штуку. Чтоб сюда не шла! Думаю, она летит сюда. А, вкус малины. Мороженое можно. Я люблю самой этот из малины готовите, да, с сахаром, потом процеживаете и этот сироп малины добавляете в мороженое или не знаю, куда хотите. Самый любимый из ароматов. И вообще из ягод. Малину очень люблю. Это взяла, чтобы крем сделать для макаронов. Оно назло там стоит. Хочет, чтобы я срывалась. О, красители сюда поставьте, значит. Подождите. 12 цветов. Я не люблю красители. Вообще, это искусство тортопечения. Pastry art. Я не люблю. Не для меня. У меня нервов нету. У меня времени на это нету. Это нужно любить. Это нужно быть влюбленным в это дело. А если не влюблены, это значит ваши... За счет времени. Поэтому такие вещи у меня давно уже нету. Это хорошие. Сейчас Люсин эти возьмет и что-нибудь перекрасит во что-то. В ссылках поставлю. Из Амазона взяла. Посмотрела ревью. Вроде бы все одноревьюные. Все одни тоже. Интересные цвета. Дети очень любят играть с этими. Она Play-Doh готовит. Что-то, чтобы клей готовит. Клей это не клей-клей. Знаете, как арамонска сенкавипес. Что-то строит. Кувшинчики, мувшинчики. Постоянно возится с цветами, с красками. Но другие краски. Но это, эти увидит, этим будет. Любит. Совершенно не помню, что это. Дальше. Лаптоп дисплей. О, вспомнила. А, знаешь, что купила? Не знаю, хороший или нехороший, но уже купила. Рамку для одного фото мужа. Сейчас пойду принесу. Такое милое. Подождите. С ума сойдете. Страшно будет. Подождите. Побыстрее не терпим. Моего милого мальчика. Кто это? О, это наш Бек, наверное, 1970 каком-то году. Оператор маленький, симпатичный, похож на Бека. Че? Я вам говорю, Бек не только внешне похож на папу, по характеру, по всему. Маленький папа, говорю. Хороший. Ну, временно сюда положу, потом куплю. Просто фото там сложила, потом дети взяли фото и сразу вспомнила, сколько хороших фото прошли через детские руки. Поняли меня, наверное. И не захотела, чтобы эта фотография вдруг... Не знаю, кто-то из детей что-нибудь сделал. Сразу взяла и купила фрейм. О, это если маленькая фотография, а это не нужно. Но сюда положу, на всякий случай. Ну, должна хороший взять со стеклом. Это не стекло, даже не знала, что это не стекло.
Не хотим пластиковый. Хотя, если глубоко подумать, лучше такой пластиковый, чтоб не сломался. Мало ли падает, как стекло сломается у меня опять. Я всегда знаю. Но думаю, что-то нужно сзади. Все-таки это поставлю сзади. Этот. Пусть будет. Такой симпатичный. Такой миленький был. А сейчас брутальный монстр он. Даже не представила. Это единственное фото. Моя свекровь с Лилит, когда Лилит в Армении была. Хорошее фото прислала. Я бы тоже хорошее фото моего сына прислала бы своей невестке. Все-таки. И детям приятно видеть папу. Дочка говорит, я до тех пор, пока не, ну, в Армении пока не была, не представляла папу маленьким. А говорит, там у бабушки столько фотографий было. Уже знают, какой папа был маленький. Но, Бек, ты, наверное, в более светлых тонах был. Твои брови очень такие тонкие. У тебя сейчас вообще бровей нету. Ну, очень светлые. У Бека есть брови. Но всегда наши дети, наша лучшая версия. Наш лучший вариант. Ну, хорошенький. Да, сейчас, Арамджан, быстро допиваем. И окончательно решаем, едем в Коску или нет. На самом деле, совершенно не хочу в Коску. Ты очень хочешь, потому что завтра не можем. Послезавтра... Что делаем послезавтра? Санде? Ха. Что-то есть. О, я в Санде не пойду в Коску. Воскресенье. Если землю покупаем. Все равно многолюдно бывает. По уикендам многолюдно бывает. Ну что-то было у нас с Сандой. Видите, не помним. Нам нужно написать, где-то записать. Отписать. Не помню. А Сандой пойдет. Остат. Сейчас решим, потому что и в понедельник не можем, в следующей неделе совсем не можем, запланировали. Я обычно, очень редко будет какое-то фото детей, чтобы я на стенах вешала. Перестала вешать фотографии или в рамках держать фото. Не люблю я это и не люблю фото в рамках по всему дому. Думаю, пока все вместе, пока, ну, на фото смотришь и как будто вспоминаешь, да, человека. У меня такое, не знаю, может, я неправильно думаю. Но в нашем случае все рядом с нами, как дети. Имею в виду, фотографии детей никогда не вешу на стены. Никогда. Когда еще Лилит и Арнак были, интересно, как будто, ну, что-то новое было. О, дети, у нас уже можно фотографии, как все делают, на стенах и на фортепиано класть. Делала. Но потихоньку почувствовала, что мне не нравится вешать, во-первых, выкладывать в рамку фото ребенка, и тем более вешать на стену. Не люблю. Это просто как будто предпочтение каждого. У нашей бабушки, войдете домой, все в фотографиях, внучки, дети, все, весь дом полон фотографиями. И она живет одна. Собачку усыпили ее. Очень грустно было, но да, 17 лет прожила, 16 с половиной. Это долго, это хорошо для собаки. Anyway, для не... ну, думаю, когда вы одни, вам постоянно хочется, да, company, смотреть, вспоминать, с фотографией можно разговаривать, да,
Это в этом что-то есть. А когда все рядом, мне хочется их на стену вешать. Фотографии, имею в виду. Ну, может быть, я неправильно думаю, но мне не нравится. Фотографии детей на стенах, в рамках тем более. Рамки нехорошо. А это совершенно другой ребенок. Это можно посмотреть на это фото. И хотя бы так хорошо сохранится фото. Сейф будет. Надежно. Что хочу показать. Сама не смотрела, но пойдемте посмотрим. Вчера сына попросила камни оттуда взять и здесь мне дорожку устроить. Потому что здесь тоже намереваюсь когда-то, когда настроюсь. На мой сирень посмотрите. Просто ветки хорошо растут, а самого сирени пока нету. Ой, этот томат тоже хорошо начал укрепляться. Здесь. О, туда-сюда понабросал. Сказала, сделай такую двухстороннюю, а потом сделаем, а? Дорожку из двух камней. Ну, чтоб эти камни как-нибудь употребить. Ну, ничего. О, наши цоголы. Давно не встречалась с ними. Какие-то точки, наверное, от дождя. Почему такие черные точки? Сглазили? На всех есть почти. О. Или, наверное, с родинками. Абрикос с родинками. Еще должны попросить нашего садовника. Смотрите, дерево куда идет? Тянется к солнцу. Эти два дерева прямо завладели территорией. Так хорошо растут. Не поливаем, не обрезываем, ничего не делаем. Они себе растут. Хотят расти, растут. Сатиландов тоже не смотрела, как посадили. Видите, все сажились, прикрепились и будут размножаться. Очень подходят эти деревья, сами себе растут, внимания не нуждаются, и саккуланты. Алоэ как хорошо сжилось. Гортензии тоже, здесь им очень понравилось, сразу начали расти. Арам, если сильно попрошу, здесь ямочку выроешь. Там у нас роза есть. Сюда поставим. И картошка. Помните, где-то нашла картошку, принесла, сюда положила. Она растет. Но в конце никакой картошки не видим. Просто растут. Арам, раз уж сказал, при столько людей обещал ямку сделать. Сейчас сделаешь, розу туда положим. Вы его лицо не видите. Притворяется, что да, сейчас сделает. Сейчас камеру выключу, тебе скажу. Ну, не против, даже улыбается зубами. Одна ямочка, вырой, розу сюда положим, пойдем в Коску или посмотрим, что будет дальше. Хочешь? Хорошее предложение. Всегда так умудряюсь. Девочки, посмотрите, какую глубокую яму он выкопал. Уже научился. Можешь спокойно копать. Арам, раз уж так хорошо копать, знаете, да? Перед тем, как включить камеру, я ему не говорю, можешь это копать, это не копать. Включаю, потом говорю. Мне еще одна ямка нужна, потом скажу, где. Сказала. Угу. Опрос. Хвалю. Молодец. Рассказывала, купила эту виноградную лозу, чтобы листья употребить. Она перестала расти, решила удалить. Обрезала, она стала опять расти. Но неправильно купила, нужно было
Кишмиш, маленький сорт такой есть, золотистый виноград нужно было. Неправильный купила, это красный виноград. Хотя в лицо не видели винограда. Сейчас хочу это прикрепить, чтобы туда-сюда не ходил. Связать хочу. Арамчан, ты молодец, ты хорошо все сделал. Хвалю тебя на все катушки. Розы сюда посадили, те, что рядом с кувшином были. И не росли, потому что там у нас корни приходят от чего-то, чьи-то корни, и душат все, что там сажаем. И бедные розы не росли, только одна росла. И до сих пор оставили, так хорошо растет. Да, такие дела. А там, знаешь, еще хочу там эти два шторы хочу поменять, если ты не против. Он вешает их. Так хорошо вешает шторы, ямы копает, землю покупает. Терпеть не может, когда говорю, едем за грунтом. Этот запах отхара, удобрителя, ему совершенно не нравится почему-то. Удивляюсь, говорит, вся машина потом отхаром пахнет. Ну, говорю, очень удобренная машина получается. Это к счастью, это к благополучию, когда из машины запах удобрения. Во сне, если увидите, что ногой попали в удобрение, любое удобрение, животное или человеческое, это хорошо. Доверьтесь моему опыту. Увидела однажды и встретила мужа. Говорит, хочу мороженое без вафли, потому что больше его нету. В тарелке хочет. Арам, здесь должны все-таки какой-то комплект принести. С детьми посидеть иногда в переднем домике. Комплект.